Всем привет, с вами Криптомига, и сегодня моя первая часть о очень интересном проекте, который называется No Game. Это очень крутая лотерея, и вообще, ну, давайте посмотрим честно, вот таких интересных проектов я еще не видел. Давайте посмотрим их цели. В общем, их цели — это стимулирование перехода игорного рынка на бесприбыльную модель. Вот, и они хотят сделать из этого что-то такое некоммерческое, вот, и минуя организаторов и посредников. Вот, то есть тут получается такая ситуация, что это люди играют друг с другом, и за счет этого у них увеличиваются, соответственно, эти, как их... прибыли, уменьшаются таксы. То есть, смотрите, во-первых, это она полностью автономная. Это игра нового типа, она полностью автономная. Лотерея работает на смарт-контракте Ethereum и будет функционировать до тех пор, пока существует сам блокчейн. То есть, уже замечательно. Она самостоятельно собирает средства от проданных билетов в призовой фонд и распределяет их без остатков среди победителей. То есть, за счет этого увеличивается призовой фонд, и реально это очень круто. И не обслужит ничьих интересах, то есть не будет вмешательства в процесс игры, потому что, ну, никто не заинтересован в этом будет. NeoGame использует собственную криптовалюту Ticket Tokens в качестве лотерейных билетов и валютных призового фонда. То есть тут есть эмиссия 500 миллионов токенов, вот, и, соответственно, стоимость только будет повышаться и повышаться. Вот, и очень крутая тема такая, что нету комиссий. Вот, и за счет этого вероятность выиграть джекпот гораздо выше, и в целом проект будет гораздо лучше. Вот, проектная команда отказывается от прав собственности на No Game. Вот, и вся лотерея будет то есть это вообще она будет как автономная, и, ну, это очень круто на самом деле будет. Вот, тут контракт, токены, контракт краудсейла. Вот, и до токен-сейла осталось 0 дней, то есть он уже начался. Вы можете... И смотрите, чем будет обеспечиваться рост токена. Это ограниченное предложение, то есть это вот эмиссия 500 миллионов. Обратный выкуп токенов, верхний порог токен-сейла в эфире приблизительно равняется 40 миллионов долларов. Разработка программного обеспечения листинга на биржах, маркетинг и консалтинг выделено совокупно не более 2 миллионов. Остаток средств будет потрачен на обратный выкуп токенов для формирования первоначального призового фонда. То есть это будет очень удобно и очень хорошо для проекта. То есть токены будут выкупаться по рыночному курсу до тех пор, пока вся сумма не будет израсходована, что должно оказать очень сильное влияние на рыночный курс токенов. То есть токены будут потрясающе расти в цене, и в целом, я считаю, что это очень крутые вложения. Биржевой курс токенов будет прогнозируемо колебаться, вот, будет расти в промежутках между выигрышами джекпотов. Вот, и в такие периоды призовой фонд растет, а в обороте остается все меньше токенов. Вот, то есть очень круто, круто. Я вот лично люблю вот такие лотереи. Давайте посмотрим их на дорожную карту. Краудсейл 31 октября. Вот, цена 0.1 за токен. Вот. То есть мы видим, что вообще это все у них хорошо поставлено. В декабре уже рекламная кампания, конкуренция. Вот, мы видим, что конкуренции вообще нету, потому что, ну, на Game, смотрите, да, 100%, да, идет собственность без владельца. Цена билета, рыночный курс, шансы на выигрыш гораздо больше, чем у других. Получение мгновенно. То есть в целом мы видим, что все будет работать потрясающе, и я уверен именно вот в этой платформе. Вот, и так что
краудсейл 31 октября будет запущен, то есть у вас есть месяц до 31 ноября. Всем спасибо, с вами был Криптомига, это моя первая часть, в следующей части мы посмотрим их белую бумагу. Адьос.